Вітаю, в ефірі студія «Репортер», мене звуть Костянтин Гречанин. Сьогодні ми будемо говорити про молодіжну політику, і у нас сьогодні в гостях Кристина Шовкун, голова молодіжної ради при Одеській міській раді. Вітаю вас, Кристино. Здравствуйте. А також Юлія Тимчик, голова комісії з інновацій Одеської молодіжної ради. Вітаю, Юлія. Давайте, щоб наші телеглядачі розуміли, почнемо з того, що таке, власне, молодіжна рада, так, і що входить до її компетенції. Ну, молодежный совет, да, я, наверное, начну, если можно. Молодежный совет – это консультативно-совещательный орган при нашем мэрии нашего города. Создан он порядка 10 лет назад был создан. Наш молодежный совет этого созыва – это уже 7-й созыв молодежного совета. Мы, в принципе, мы просто активные, молодые, перспективные. Мы привыкли себя называть инициативной молодежью. Сказать о том, что молодежный совет – это что-то новое, мы не можем сказать. Конечно же, это то, что уже было в Одессе. Но мы хотим предоставить этому созыву новых красок, поскольку прошлый созыв был менее активен. Мы хотим стать более активными. И мы, конечно же, хотим, чтобы к нам привлечь как можно больше молодежи, одесситов, ну, гостей нашего города. Щоб бути кращими, ніж ваші попередники, ви вже кажете, як от 100% як політик, так? Які проєкти реалізує зараз молодіжна рада і які плани на найближче майбутнє? Юлія, будь ласка. Я, наверное, еще добавлю, что одно из самых главных вещей, которые молодежный совет представляет, это донести голос молодежи города, да, а молодежь, мы, когда говорим о молодежи, это от 14 до 35 лет, донести голос этой молодежи к городским властям. То, что мы хотим, да, как происходило бы в городе, наши мысли по тому, какие проекты принимают или что делают для молодежи у нас в городе. Вот для всего для этого есть молодежный совет, который высказывает свое мнение и помогает, естественно, в реализации тех или иных проектов. Проекты, которые реализовывались молодежным советом, как Кристина сказала, этот созыв у нас начал работать в этом году. Это уже новые люди, которые пришли в наш совет. Кто-то до этого был у нас в созыве и снова зашел в него. Но в основном это масса молодых, новых людей, которые сейчас, в данный момент, в основном учатся. И в процессе обучения своего, как делать проекты, как реализовывать, мы делаем такие проекты, как обучение молодежи. Такие проекты, как и субботники у нас проходят, различные высадки, обучение школьников, обучение студентов. Сейчас мы проводили... Я забыла сказать о Дне защиты детей, нашем постоянных акциях на День защиты детей. У нас, извини, я тоже немножко добавлю. Юля, ты немножечко не совсем, я поправлю тебя, относительно мнения молодежи властям. То есть мы говорим не о том, что мы должны говорить и диктовать власти, что нам, что нужно сделать для молодежи. Ну, дурачьи функции. Да, мы им подсказываем, что на сегодняшний день актуально в молодежной политике, потому что молодежная политика – это мнение, в первую очередь, молодежи. И хочется добавить, что... Это мы надеемся, и у нас на сегодняшний день это есть. Это двусторонняя связь между молодежью города и городскими властями. И не только городскими, но также и областными. Мы сегодня общались по этому поводу, чтобы уже работать непосредственно с областным советом и областной администрацией. Относительно проектов, мы вот только в апреле начали свою деятельность нового созыва, 7-го. И из того, что было, это реализация программы, которая была принята в прошлом году. Программа целевая, которая сейчас есть, ну, наша программа, но она на департаменте внутренней политики, как курирующим, ну, балансодержателем непосредственно молодежного совета. Потому что молодежный совет – это не юридическое лицо, это не общественная организация, как я уже говорила, это консультативно-совещательный орган. И, естественно, у нас есть какая-то программа, в которой заложены бюджетные средства, по которой мы работаем. Вот. И в разрезе этой программы у нас есть мероприятия, которые уже реализованы, которые вот сейчас реализовываемы. И, конечно же, это на сегодняшний день это реализации проекта Дня молодежи, который будет уже 30 июня, и план мероприятий, который мы уже непосредственно придумали, инициировали и подали на рассмотрение городским властям. Вот я, власне, про него и хотел поговорить трохи детальніше, які будуть заходи до Дня молоді, так, що ви підготували.
Ну, наверное, начнем с того, что, в принципе, это ежегодное мероприятие «День молодежи». Мы его каждый год проводим совместно с городскими властями. В этом дне мы подразумеваем, что он будет проходить целый день. И одно из счастья будет начальное, это будет у нас спортивная такая часть нашего блока, где мы будем давать мастер-классы по различным спортивным направлениям, бесплатные мастер-классы, как открытые тренировки. Они будут проходить в городском саду возле ротонды. Поэтому всех желающих посетить бесплатно такой спортивный мастер-класс мы приглашаем поучаствовать в нем. Це будуть фітнес-тренери, там якісь мастера з йоги. Що це буде? Там буде 5 блоків, в них буде і люди, які преподають і йогу. У нас буде окремий блок по йогі, буде єдиноборство, буде зумба. А также у нас будут в перерыве между этими спортивными блоками такие небольшие лекции, которые у нас будут на различные темы. Одна из тем – это экология, которая сейчас для нас достаточно важна, и молодежный совет очень активно работает в направлении и разрешения вопросов экологических, сортировки мусора. И об этом мы, собственно говоря, будем говорить на этом лекторе. Также на этом лекторе мы будем представлять наш молодежный совет и знакомить город с молодежным советом, рассказывать, чем мы занимаемся, как можно к нам присоединиться, потому что не только члены молодежного совета, которые находятся официально в созыве, могут, скажем так, делать что-то. Мы всегда открыты, приглашаем волонтеров и просто неравнодушных одесситов присоединяться к нам. Вот об этом мы, собственно говоря, поговорим, как нам можно присоединиться. Культурная программа. Что такое «Made in Odessa»? Христина. Я могу немножечко рассказать. В этом блоке мы предполагаем, что мы пригласили, скажем так, одесситов, которые занимаются предпринимательством, которые вкладывают свой труд и делают что-то у нас в Одессе. Это будут и хендмейд-мастера, это будут и различные предприниматели, которые занимаются торговлей едой, напитками, украшениями. Вот в таком ракурсе мы будем представлять тех мастеров, которые работают у нас. Также я хочу добавить, что с 12 до 16.00 параллельно будет проходить ярмарка общественных организаций. Мы привлекли практически все активные общественные организации, которые есть в нашем городе, которые откликнулись на нашу рекламу, на наш, так сказать, посыл. И они будут они размещаться будут также вместе с нами, параллельно с мероприятиями спортивными и лекториями. Они будут, как правильно сказать, лоббировать, наверное, свои интересы, рассказывать о себе, общаться с одесситами нашего. Представлять себя, свою общественную организацию. Що таке фестиваль «Перший крок», так? Кінофестивалі завжди викликають підвищену увагу, от трохи детальніше теж. Я могу рассказать немного детальнее. Да, на самом деле это тот фестиваль, который проводится, это всеукраинский фестиваль для студентов и выпускников, 2 года максимум, выпускников вузов, которые, да, творческие. У них есть возможность сделать свой первый шаг, который мы знаем, что он такой самый сложный, да, и показать свои короткометражные фильмы на этом конкурсе. Этот конкурс проходит до 29 числа. 29 числа в Молодой гвардии у них будет проходить финал. На финале они отберут победителей и 5 самых лучших короткометражных фильмов, которые мы 30 числа после основной концертной части покажем у нас на большой сцене и приглашаем одесситов посмотреть самых талантливых молодых кинематографов, да, нашей Украины. Так, вы хотели еще задать? Я хотела добавить то, что далее в нашей программе с 20.00 у нас запланировано выступление Джерри Хейл. Это, так сказать, это недавно стало известным исполнителем, выступление которой песня «Охрана, отмена» произвела фурор в нашем государстве и звучит на всех радиокомпаниях нашей страны. Поэтому мы, услышав, к нам обращались очень многие, просили, чтобы мы привлекли их, и благодаря, конечно же, руководству нашего города, департаменту, Одесскому городскому совету, мэру нашего города, мы смогли, у нас нашлись
средства для того, чтобы привлечь, так сказать, звезду. Поэтому мы просим всех присоединиться к нашей инициативе, поддержать нас и приходить на День молодежи. Впевнений, що буде цікаво. Дівчата, я вам дякую за цікавий ефір і бажаю успіхів от у вашій нелегкій діяльності. Дякую. Добре, обіцяю. Кристина Шовкун, Юлія Тимчик, ще раз дякую за те, що знайшли час, прийшли. Студію привів Костянтин Гречани. Залишайтеся з нами і обов'язково приходьте на День молоді.